В рамках национального проекта школа Олимпийского резерва обеспечит необходимым оборудованием. На эти цели нашей республики выделят более 40 миллионов рублей. Спортивную школу имени Валерия Ярды, где обучают велогонщиков, уже поступили запасные части для велосипедов и комплекты новой формы. Костюмы из современного материала произвели по специальному заказу. Ребята уже почувствовали разницу. Она довольно облегающая, что очень удобно на шоссе. Расцветка довольно красивая. И отличается другой формой, что на велокроссе будет как бы получше, потому что она черная и как бы солнце притягивает. Немалые средства в школе направляют на покупку запчастей. Ремонтировать велосипеды приходится часто. После каждой гонки меняют цепи и шестеренки. В ближайшее время в спортивной школе планируют приобрести и новые спортивные байки для велокросса. Планируем еще закупить велосипед в этом году согласно федерального стандарта. И форму, и запчасти. Ну, надеюсь, что на следующий сезон школа будет обеспечена максимально. Очень даже, кстати, вот этот проект на эти средства. На Спартакиаде выступили. Перед Спартакиадом мы закупили запчасти. И форму тоже перед Спартакиадой закупили. Вот в этой форме мы выступили на Спартакиаде, где мы среди 20 регионов заняли 3-е место. В рамках национального проекта специализированным оборудованием в этом году планируют оснастить 5 спортивных школ Олимпийского резерва. Рифат Фаткулин, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.